Лондон признал визовые проблемы с Украиной, посол Великобритании отказал Украине в упрощении визового режима, но согласно улучшить сервис. Киев и Лондон начали переговоры по визовым проблемам с Великобританией. Об этом во вторник, 28 августа, рассказала посол Украины в Британии Наталья Галибаренко, передает «Европейская правда». По ее словам, Министерство внутренних дел Великобритании, ответственное за выдачу виз, впервые признало недостатки в своей работе. Британская сторона признает наличие многих проблем в визовой практике, и это хорошая новость. Ранее Foreign Office, МИД, кивал на Home Office, МВД, о том, что он не готов вести диалог. «Сейчас мы имеем ситуацию, что два ведомства имеют общую позицию», — рассказала она. По словам посла, сейчас британская сторона говорит исключительно об исправлении проблем в своей визовой практике, а не об упрощении визовых требований для Украины. По словам Галибаренко, британская сторона сообщила Киеву, что готова работать над улучшением сервиса, чтобы не было такого, что человек платит за срочную визу, а потом документы не возвращаются вовремя из Варшавы. Если это 14 дней для несрочных виз, то чтобы это было 14 дней, а не больше. Речь идет также о том, чтобы уменьшать этот срок, рассказала она. В то же время посол признала, что получила отказ на предложение Украины о визовом упрощении. По ее словам, Киев не удовлетворяет этот подход Лондона. Посол также выразила уверенность, что за несколько лет визовый режим для поездок граждан Украины в Великобритании будет упрощен. Отметим, с конца июля Канада начала собирать биометрические данные у граждан Украины, которые просят о визе. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.